смешанные такие чувства, я же говорю, есть и расстроенность, есть и счастье. Пока я еще, скажем так, не отошел, не пришел, еще весь взбудораженный. Завтра посмотрим, как оно будет. Я доволен на 100%, я говорю, это мои лучшие соревнования, лучший проход. Я, наверное, в такой форме еще никогда не был. Я, ну, я, как и говорил, я сделал сегодня все, что мог. Как бы я турник уже не сделал, я думаю, больше бы не получил, поэтому я доволен результатом. Просто уже устал сидеть, устал ждать. Я на брусьях был первый, на турнике 6-й. Это долгий период, это минут 20, оно сидишь, спина болит, а мы не привыкли сидеть. И мне, я уже и полежал, и постоял, просто потому что мне надоело сидеть. Сейчас день-два отдохнем и выходить, делать все так же свою программу, отрабатывать и бороться за медали дальше. Сергей Назарович подошел самый первый. Он спустился прямо к нам в зал. Ну, а потом уже пошли смс с залпом. Я еще все не разгреб, я еще, наверное, мне дня два нужно будет, чтобы весь мой телефон просмотреть. Ну, что очень приятно, и я, ну, как бы, даже не ожидал, что столько сообщений будет. Думаю, не только Украина и весь мир, потому что, ну, как по мне, мне кажется, это был, ну, я не хочу, чтобы подумали, что я там нескромный или еще что-то, но мне кажется, это был самый интересный финал и этих Олимпийских игр, и вообще за последнее время любых соревнований, потому что такой борьбы у нас еще не было. Ну, спасибо, огромное спасибо нашим ребятам, которые пришли меня сегодня поддерживать, всему нашему начальству и всем тем, кто с Украины посылал привет и поддержку. И, конечно, очень хотелось поблагодарить бразильских фанов, потому что они сегодня и взрывались, очень сильно поддерживали, за что мне было очень приятно, честно говоря. Я даже не ожидал, что такой вот прием будет. Это кайф, это просто адреналин, эмоции, это все. Это просто, ну как, есть разные спортсмены, есть, как мы говорили в своем жаргоном, скажем так, есть чемпионы мира по тренировкам, а есть чемпионы мира на соревнованиях. Кто-то вылаживается, у нас есть такие ребята, которые приходят в зал, две недели не был, пришел, как отстрелял сложнейшие элементы, которые там один-два человека в мире делают, и на две недели пропал куда-то. А есть такие, которые просто работают, потом раз, выходят, выстреливают. Есть такие, которые, например, ну вот как я не могу, не знаю, я, наверное, ни одной контрольной в жизни не прошел без падений, и если я набираю на контрольной 89 баллов, это для меня уже показатель, что я уже в неплохой форме, а вот на соревнованиях я себя по-другому чувствую. Ну, наверное, это Богом дано такое, то, что умею собираться, и как-то так на соревнованиях все немного драйвовее чувствую, и просто мне, ну, мне все нравится, это публика, зрители, вот все вот это вот мне, знаете, как это, может, моя стихия, я не знаю, но мне просто это нравится. Поэтому и мы много выступаем. Наверное, нет, менять нечего. Единственное, коня может попробовать сделать на 1/10 выше, это зависит от сколько я попаду. А так все остальное, брусья менять не буду. Скорее всего, смысла нет. Лучше постараться качественнее сделать. Изменений не будет. Будем с коня начинать, на коне тоже есть шансы. Я говорю, там, это Олимпийские игры, тут у кого нервы выдержат. Пока у меня все в порядке с этим, слава богу, пока прохожу.